Молдавия, привет, Кишинев. Мое имя Владимир Ток. Я очень рад, что я буду опять участвовать у вас на турнире KOK. У меня очень хорошая форма. Я сделаю все, чтобы выиграть этот бой. Я буду готов на 110%. И титул будет моим. Что сказать о Джордж Коллинге? Я надеюсь, ты готов, потому что я сделаю очень больно тебе. Постараюсь все сделать, чтобы тебя нокаутировать. Так что, болельщики, хотите увидеть интересный бой, жесткий нокаут, приходите сюда, и вы увидите. Пусть. Все с нетерпением ждем боя за звание чемпиона мира. Увидим, кто станет обладателем пояса чемпиона мира в тяжелом весе KOK в этом году. Конечно, бой будет очень интересный, зрелищный. Так получилось, что Владимиру Току опять-таки попался боец из голландского клуба Майк Джим. Будет очень интересный бой. Бойцы высказались по этому поводу, поэтому все ждем 4 апреля. Четвертое апреля. KOK Eagles Series в Молдове. Одна ночь, один ринг, один чемпион. Почетные гости турнира. Павел Журавлев, Украина. Каталин Марашану, Румыния. Сергей Харитонов, Россия. Хедлайнер вечера. Карлос Дримс. Им плаче кинеску машина саботло курди паркари. Им плаче чаю кинезеск. Шопен им плаче бранс. Шедансу Молдов. Генеральный партнер Air Moldova.